Так, всем снова привет, ребятки. Продолжаем. У нас опять что-то крашился этот гребаный ОБС. Я не знаю, что-то ОБС еще крашится как назло, блин. Какая-то тупизна вообще происходит, я не знаю, непонятная, блин. Эта миссия, блин, видать, заколдованная какая-то. Так, продолжаем, короче говоря, эту идиотскую миссию, блин, за которую все ломается, я не знаю. Бомбит реально от этой идиотской миссии. Так, еще раз выход. Главное, поток пошел. Давай, да уже раздолбай этот ванзер, блин, недоделанный. Что бы ты в левую руку-то попадаешь, блин? Ну я вижу, вижу. Я одного не понимаю, почему у меня не выходит победа? Почему мой этот дебил попадает именно по, блин, по другим частям? Вот я вообще ума не приложу. Что с этой долбанной миссией не так, блин? Может быть, тут дело в эмуляторе долбанном? Может, это эмулятор так все ломает? Да, я вижу. Читер. Да я просто не понимаю, как это может работать. Вот просто логически, умственно, мыслительно. Я не знаю, каким просто местом так это вообще. Я не знаю, просто не понимаю. Или у меня действительно конченый эмулятор, который он мне, кстати, скинул. Специально, чтобы эти миссии работали. Или я не знаю, это, блин, это что-то с чем-то. Причем в первый раз, когда я запустил, ну повезло же почти его завалить. Одного удара не хватило, одного. И тут прям все, пипец, затуп. Никак. И было еще пару попыток, где мы могли, кстати, еще затащить. Ну, эмулятор крашнулся. Я не знаю, читер буду или не читер, я это доказать не могу. Как бы и вряд ли я это буду доказывать, но, блин. Я просто ума не поражу, как у него выходит, блядь, со второй попытки выиграть, а у меня, сука, сотой попытки не получится выиграть. Я уже начинаю матом, блин, крыть это все. Реально, блин. Ой, простите, друзья, за мат. Просто реально уже, блин, это просто эпик какой-то, блин. Эпик, эпик пипец называется. Ни одна еще, даже я игры не буду брать в расчет. Ни одна еще вот такая фанатская работа меня не выбешивала своей упоротостью. Возможно, лучше будет заходить туда через типа не атак. Ну, я понял, Бук, я понял насчет видео, я все понял, понял. Видео я посмотрю потом. Потом. Как просто, ну как, ну почему вот, например, я бью... Вот я сейчас двигаюсь, как Буба сказал, право-влево, право-влево. Не меняю даже толком особо, как бы, да, кулаки, как он говорит. Почему-то, блядь, он не бьет ему почему-то все на потело. Ну как? Просто как? Должен быть здравый смысл. Этот придурок не уклоняется как надо опять. Вот ему попадает именно в тело, блин. Блядь, ни одна игра меня еще не заставляла так раздраженно высказываться. И тут вот эта вот игра, блин. Точнее, не игра даже. Это даже не игра, это миссия просто, блин. Переделанная. Игра вообще шедевр, блин. Там все, по крайней мере, как надо сделано. Yeah.
тебя, Буба, какой эмулятор? Тот же эмулятор, который у меня стоит? Или у тебя другой эмулятор? Я уже начинаю сомневаться в эмуляторе, потому что, возможно, из-за него что-то тут недоработает. Еще эмулятор опять гуфнулся. Ай, твою же мать. А ну-ка другой эмулятор попробую. Так. Сейчас, момент, товарищи. Один момент. Бля, мне, честно, уже, по-моему, хочется чит вести, вот серьезно. Чит на жизнь, блин, я не знаю, или на что-нибудь, блин, или на рюкзак, или на что-нибудь. Ай, блин, игра, как же ты, блин, точнее, не игра, а, блин, миссия. Так, F2 нажимаю. Попробую вот этот эмулятор, может, он постабильнее будет. Интересно, что я делаю не так? Хотел просто понять. Да, я думаю, сейчас надо скинуть уже эти дебильные атаки уже надоедливые. Что-то достреляются, блин. Да, я, конечно, блин, не ожидал, что такая херня здесь будет. Что, а как тут скипнуть? Медалс, батл сейф, конфигурейшн, скип батл, yes. А, вот так можно было, оказывается, делать, все понятно. Двигаешься неправильно, традиция тут играть важную роль. Нужно стать, чтобы два игрокечка тебя не атаковали, а бил только первый, второй походил в бис. Не знаю я, короче, куда-то вставать, блин. Куда, блин, не встань, блин, везде со всех сторон обстреливают. Я же не могу встать, где именно надо. Они же ходят, эти придурки, везде по карте. Я должен как-то к ним подойти. Так, я уже забыл эти чертовые скипы делать. Thank you.
Ну-ка, мне интересно, сколько минусу. Эджи, вес. Привет, как говорится, на канале. Там подгорающий стрим, честно сказать, капец. Меня еще ничто так не бесило, как эта херня непонятного производства, блин. О, просто скажи, как ты действуешь. Просто ты можешь говорить по голове. Скажи просто по очереди, какие действия делать, и все. Больше ничего не надо мне говорить. Никаких видео заливать, ничего такого. Сейчас эту биту попробуем. Если у меня не получится, скажешь просто как сделать и все. Куда точно остановиться. Все, минус один. Легко мы сейчас их забревать стали, я заметил. Хотя, может, мне кажется, не знаю. Сейчас, кстати, можно сейф-стет сделать. Ровно половина жизни, в принципе, по всем параметрам. Давайте сделаем сейф-стет. Я рад тебя был, что без сейф-стетов прошел. Дико рад тебя.
Что-то больно странно, мы начали хп сносить. Смотрите сами, 14665. А у нас что-то хп все нормально. Это при том, что я типа пропускипу эти. Да, что-то действительно странно, что-то он еще снес еще жизнь. Да, что там сейчас там чат летает? Что за абракадабра? Вон, обязательно страдаем. Какой-то век это не. А попал он все-таки вам по телу. Че, еще что ли попал? Да вот козлина, блин, а? Скипы читают. Хрен его знает, я не знаю. Может быть не скипы. Да нет, как скипы могут читерить, бред. Губа, кстати, также тоже проходил скиповые вот эти битвы. И он прошел, замечу. О, видите, у него сейчас жизнь стала уменьшаться. Это каким местом интересно? Или мне так везет? Благо, если сейф-стэт Надо же, я стал попадать в тело почему-то. При том, что я скипаю так битву, типа, да, просто скипаю. Это как бы не влияет вообще ни на что. Просто пропускаю анимацию битвы. Это да. Какой-то мистикой сразу хпшки стали у босса уноситься. Это как вообще? До этого, блин, я нифига не попадал, а тут я вдруг начал попадать. В этой миссии я прям вижу кучу моментов, где проявляются тактические таланты игрока, его умения, пошаговые стратегии, а также использование разных видов оружия. Маневры, всего ирония. А, где озвучка доната? Сейчас тебе будет озвучка доната. Потерпи. На боярышку тебе понадобится, да? Спасибо. Мне уже надо ящик этих боярышников. Так, ладно. Не, вы заметили, смотрите, сейчас он стал попадать по телу. Я не знаю, или это дело в скипании, что он типа так правильно работает скрипт, или дело в эмуляции, хрен его пойми, но сейчас он стал попадать, на удивление.
Да, действительно, он стал попадать по телу, ребята. Это как вообще? Мистика, одним словом. И у нас жизни, причем, смотрите, целенькие. По нам типа не попадают. Или попадают, может быть, я не знаю. Бояршник выпил... Подать вот эту руку. Ага, наверное, бояршник помог. Но ноги тоже, я вижу, попадают, кроме тела, естественно. По каким-то частям он попадает, видно. Вон, пол хп сняли уже ему. И рукам, и ногам, ну и по телу. Ну, равномерно, по крайней мере. Я не знаю. Он иногда озвучивается, иногда не озвучивается. Да это хер с ним, как говорится, с донатом. Это я могу вручную так тоже включить, он озвучит. Хотя, конечно, надо будет это посмотреть, почему не озвучивается. Вообще странно. Но он как бы иногда работает, иногда не работает. Как-то вот так. Так, ну вот, сейчас попадает по телу. Какая странная мистика пошла у нас. Мы стали попадать по телу, ребята. Это удивительно просто. Очень странно, как эта миссия работает. Так, он нам что-то сломал, походу. Руку. Рука-то фигня, есть другая. Потемок попадаем. Но мы по телу вроде сейчас попали. Че у него там осталось, блин? Как это работает, я вот не могу понять. Я тоже вдруг выиграл со второй попытки. Что? Это типа пропуски битвы, только вот это влияет, что ли? Буба, мне кое-что интересное у тебя посмотреть. Я хочу посмотреть твою битву еще раз, но только без скипания анимации, вот серьезно. Как это работает, вот просто? Здесь мы скипываем битву. У противника сносится хп и здоровье. А когда мы ее смотрим, у противника не попадается. Ну мы, блин, о чем говорить, мы сколько смотрели и уже видели. Без кипа же долго будет. Ну блин, понятно, что без кипа долго будет, но это же все-таки игровой процесс. Притом, почему мы, когда без кипа, ну точнее, как его, без пропуск битв мы играли, мы так ему не сносили. Не попадали ни по телу, ни почему. А тут каким-то чудом мистическим, когда мы начали скипать просто тупо битвы, пропускать эти анимацию, он стал попадать по телу, и причем нехило. В чем прикол вообще? Получается, твоя страта, она не работала, когда я пытался. Ты даже сам писал, типа, вот, типа, тебя покинула удача, что-то типа того, короче. Получается, твоя страта как бы, блин, вообще не работала. Я не знаю, или работала, или хрен его знает. Это важно получается. Но тем не менее мы прошли эту миссию, я не знаю, каким-то боком. Ну ты же скипал, получается, анимацию. Скипал. Я сейчас тоже со второй попытки его забрил. Одна попытка, да, тоже скипал, он меня убил. Со второй я забрил. Как? Просто. Да, Буба, это ты скрипты показываешь, это не важно. Тебе покажи лучше еще раз, как ты биту проходишь, но только уже вживую и без пропуска анимации. Удели этому там минут 20. 2-3 попытки сделай, просто я посмотрю, как ты просто проходишь. Именно без скипов. Мне просто и самому интересно. Вот 3 попытки я хочу посмотреть. Если ты все 3 попытки проиграешь, то я тогда все пойму, в чем был подвох этой миссии. Или вообще даже не то, что миссия, система. Наверное, я не знаю. Или мистика, или черт его знает. Короче, мы прошли эту чертову миссию.
Я не знаю, каким-то боком, каким-то чудом мы ее прошли. Единственное, что плохо, придется, блин, заливать два видео опять и связывать их. Нет, снимать не надо, не надо ничего снимать, я просто зайду потом в Skype и посмотрю, как ты вообще проходишь. Просто мне интересно, 20 минут хватит на это дело, час не нужно проходить. Я сразу вычислю, как бы, и все. Три попытки просто без пропуска вот этих моментов, и все. Ладно, ребятки, в любом случае мы прошли это чертово дерьмо. Я просто по-другому не могу сказать эту гребаную миссию. Я не знаю, каким-то боком, каким-то чудом или каким-то немысленной магией мы это прошли. Я, честно говоря, ребятки, без понятия, как это вообще работает. Ну вы сами все видели. Все вот эти попытки, которые мы делали, получается, без скипания анимации мы никак не могли его убить. Ну никак. Один-два раза почти повезло, и то там какой-то баг все ему вылетал. При этом, да, еще были баги. А тут мы скипнули там анимацию просто боя. И вдруг начали попадать ему очень частенько по телу. Ну как под частенько? Равномерно по всем частям, но побольше по телу. Причем до второй попытки, когда я скипал это все, скипал анимацию битв, мы его выиграли каким-то местом. Короче, мистика, одним словом, я не знаю вообще, как это из мира фантастики что-то, из мира, не из нашего мира. Главное, что прошли. Теперь можно с смелой, спокойной душой пойти окунуться, я не знаю, в холодной душе и сказать, какой же будет тяжелый день. Так, ну ладно, ребятки, в любом случае, спасибо, что смотрели это мучение. Благодарю каждого отдельно за поддержку, за терпение, особенно за терпение, за ваше, как бы это сказать, время провождения. Вот так мы раньше, товарищи, сидели за играми и мотали, как говорится, игры, а не нас, скажем так. Да, в любом случае, ребятки, спасибо вам. И сегодня у нас вечером, замечу, у нас сегодня будет вечером стрим по Радалеру OpenRA. Если у кого есть желание, присоединяйтесь, будем играть вместе. Да, и тебе, Буба, спасибо тоже, естественно, за поддержку, еще бы, куда же без тебя. Да, задротили точно, Сэф, одним словом. Да, пока не муша, все дротили, точно, Сэф. А может быть, Тибериум Варс? А что за Тибериум Варс? Ну, в любом случае, короче говоря, я уже наметил сегодня. Сегодня у нас будет вечером OpenRA, Радалер. Он в том же паке. Ну, посмотрим. Может быть, потом, через пару дней, может быть, мы и попробуем Тибериум, в любом случае. Тибериум Варис Умина. Ну, если что, попробуем, короче говоря. Но сегодня будет уже Радалер, это уже точно. А потом можно будет уже Тибериум попробовать. Если есть желание, конечно, людей. Ладно, короче, будет это все видно. Сегодня, короче, вечером Радалер. И завтра у нас вечером, товарищи, новый заказ от Анимуши будет. Будем проходить Варик 3, начнем кампанию. Меня за оригинальное название Алиска забанит. А? Понятно. В любом случае, завтра у нас будет Warcraft 3. Начало, так сказать. Там будет, ну, кампания у нас, естественно, просто кампания. Я буду проходить кампанию. Так что приходите, будет Бертаун. Понятно. Так что завтра будет и Варик у нас. Но завтра, до завтра доживем, как говорится, там уже видно будет. Ладно, всем пока, ребятки, пока-пока. Всем пока, да. До вечера.